Yeah! Ай! Пришло время заснять эту великолепную игру из жанра инди-геймс. Игра называется Creep of the NecroDancer, или просто NecroDancer. Музыка у меня в наушниках играет очень громко, но у вас, я надеюсь, она будет играть потише. Про игру. Игру я увидел случайно у одного из моих любимых американских обзорщиков. Это Лопас, да? Я выкладывал ВКонтакте у себя его. Это Лопас, да? Вот он, пацан, начал играть. Этот обзорщик, он тащится по музыке. Он обожает игровую музыку. Такую вон, да? И тогда я увидел эту игру, мне игра очень понравилась. Суть этой игры в чем? То, что вы там должны убить некроманта, да? И вся игра происходит вид сверху и под музыку. То есть все действия игры происходят под музыку. Вам нужно подстраиваться под музыку. Вы чуете, да? Подстраиваться. Ну что ж, давайте меньше слов, ближе к делу. Вот мы играем за такого персонажа. Мы можем ее одевать, то есть брать доспехи и подбирать. Можем подбирать оружие. Я еще сам не играл вообще. Я вот только запустил, настроил. Вроде все работает. С горем пополам сделал на весь экран. Потому что в настройках нету это всего экрана. Но там можно через ярлык указать разрешение экрана. Ну, let's go, посмотрим, что у нас здесь есть. Сначала мы появляемся в лобби. Вот вы видите, это лобби. То есть здесь у нас люди, которые торгуют там и так далее. Здесь нужен ключик. Видите, мы прыгаем когда, да? Мы должны попадать под музыку. Если я буду просто прыгать, видите, он пишет «missed, missed, missed». То есть я промахиваюсь. Также потом все враги будут под музыку попадать. Офигенная тема. Хочется меньше говорить, больше слушать музыку. Вот, мы можем покупать за кристаллы. Кристаллы у нас справа вверху, видите? Кристалл нарисован такой белый, сверху монеты. Это мы потом, это, когда будем играть, мы можем монеты обменивать на предметы. Здесь мы можем обменивать кристаллы на предметы. И наши хпшки. Слева вверху это итемы, да? Заметьте, кстати, она бьет, как вам сказать, именно когда вы подходите к врагу. То есть вы не можете вот так просто стоять и бить, нет. Здесь другая система. То есть, например, вы прыгаете, потом передо мной стоит враг. Я иду на врага, видите, и он бьет только так, вот. То есть вы играете четырьмя кнопками, грубо говоря. Там есть еще двойные кнопки, но я не смог настроить, потому что их, наверное, надо на контроллере настраивать. На джойстиках и так далее, на геймпаде. А я играю на клавиатуре, мне не получится делать сразу двойной удар. Суть в том, у нас четыре кнопки всего лишь, четыре кнопки, мы ходим. Когда мы подходим к врагу или к двери, видите, она открывает сама. Ну что ж, давайте меньше слов, ближе к делу. Let's go в первую зону! Но перед этим сначала, секундочку, я засеку время. Я забыл, не подготовился. Сейчас. Окей. Самое главное здесь слушать музыку. Я, скорее всего, сделаю несколько выпусков, потому что игра шикарная. Это шедевр. Таких игр, я говорю, очень мало, которые рассчитаны именно на слух игрока, да? Так, все. Все, let's go. Зона number one. Так, мышка мне не нужна, я убираю мышку. Вууу! Та-та-ра-та-та-ра-та-ра. Подождите. А как... Стоп. Доун? А, все. больно. Я просто первый раз бомбу использовал. Ну ладно. Просто я не понял как, теперь я понял. Все, let's go. Опа. А, вот он поет. Видите? Хоча суть в том, это торговец. Мы можем покупать вещи за монету. У нас монет сейчас нету, мы уходим.
Здесь, видите, нужно попадать под бит. Опа! Видите? Опа! 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 Так. На! Опа! Опа! Ха-ха! Уйдё! Так, здесь также можно, видите, копать и находить всякие секреты. Вот он. Тун-дун-дун. А это что? Что такое? А, я лук взял, нифига. Вау, лук. О-о-о. А это уже, это заява. Офигенно. Так, вниз. А, вверх, лево. Блин, я не управление вообще не понимаю. Ладно, let's go. Эти стрелочки, они ускоряют, замедляют музыку. О. Нет. О, видели? Когда заканчивается музыка, мы пропадаем. О, матерь божья! Уху! Засада! Уху! Тихо. Тихо. Надо еще привыкнуть к музыке, я еще не привык. Так. Вот, слышите ударные? Дан-дан-дан-дан. И на эти ударные мы должны ходить. Не, лук, конечно, это читерская тема, вообще офигенная. Тварь тупая. Ладно, let's go. Да, эта игра сложная, сразу говорю. Видите, нам говорят, что у нас есть алмазы, диамонт. Алмаз, да? Да. Нам нужно их истратить. Пошлите тратить диамонт. Мы можем купить сердечко, оно стоит дорого. Два алмаза. Факел. А мы ничего не купим. Нет, говно. А что я куплю-то? Подождите, ничего не куплю. Ладно, гоу. Это фигня. Не, пошли, вас гео. А, кстати, заметьте, там было написано, что лоз алмаз. То есть я потерял алмаз. Ну, ничего страшного, один алмаз, это бесполезно. Надо заработать кучу монет и купить итемы. Блин, я лук просрал. Ну как так-то? Вот если бы я вначале бомбу не взорвал тогда, да, я испробовал ее первый раз. Опа. А, мой косяк, извиняюсь. Так, 7 монет, этого мало. Надо еще проверять, не забывать секретики искать. А, мой косяк, он должен упрыгнуть, я должен был отойти, идиот, кусок. Эти вот мартышки, они такие геморройные, неприятные.
Косячу так, вверх, лево. Вот, деньги мы должны поднимать. Мы видим, там что-то продается за 20 монет. Так, лестницу пока я не буду идти к ней. Заканчивается музыка. О. Это такое, что музыка. Все, упадем, смотрите. Давай! Так, ну теперь у нас много денег, мы же можем что-нибудь купить. У нас еще бомба есть, надо не забывать. Она поможет нам взрывать такие проходы. Видите, этот меч большой, он может бить сразу двоих. Не прикольно. Мне эта игра нравится, я буду в нее долго играть. Это шедевр. Наша задача пройти как можно дальше. А можно сделать вот так. Так, подожди. Ну ладно. Бывает, в этих камнях что-нибудь лежит. Наверное, в этом лежит что-нибудь. Ну ладно, мы не можем это посмотреть. Вы видите, призрак, его сначала бить нельзя, потому что он не раскрывается. Видите, темп упал. Так, у нас появился спелл. Вау. Так, я вот эту возьму. О, я хочу посох. Подождите, самая матная тема, он очень далеко бьет. О, ништяк. Не посох, а этот. А, ну посох, все правильно, да. О, я могу купить, видите, лопату и оружие. Оружие у меня есть, можно купить и лопату, и рюкзак. Или что это? А какая разница, я не знаю. Давайте возьмем купленный, ладно. Блин, так я... Живи, детка! Офигеть! Это было дерзко. Кстати, вот этот бык, да, он очень сильный. Чмо. Так, надо мне вверх и лево. Потом left reach. Капец, я прям не успеваю реагировать. Ну тяжело, надо привыкнуть просто. Все, мы скушали два яблока, они регенят нам хп. У меня еще есть скилл Fireball. О, ружье! 350 ни разу не видел. Я хочу ружье.
Вот видите, с помощью этой лопаты мы можем ломать такие камни. Там что-нибудь может выпадает. Вот видите, копье она бьет за две клетки. Обычный меч он бьет на одну клетку. О, заговорился, ладно. Так, о. Вот с ним лучше драться, если подниматься вверх. Ладно, ничего страшного. Все равно я очень мало умираю, молодец. Только я видел, играет другой человек, он гораздо чаще умирал. Ну, let's go, еще раз. Так, у нас есть два алмаза, это уже лучше. Можно купить одну жизнь. Хлёст. Вообще, я предпочитаю жизни, согласись? Они, по-моему, навсегда еще остаются, реально навсегда. Go! Ага. Что он пишет? Cool, multiplayer, lost, ничего ему не нравится. Я все идеально делаю. Так. Опять посох. Ля-л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 я! О! Не, с клавиатуры реально тяжелее играть. Наверное, с джойстика, с геймпада гораздо удобнее. Тяжело попадает в музыку. О! О, кольцо удачи! А, отлично! Молодец, убил этого мудака. Добиться опять, да? Да вы чё, гоните что ли? Матерь Божия! Да вы чё? Я их не убью никогда. Да это... Да вы чё? Да ни о чём. Да это бред вообще. Капец, ну как так-то, а? Ах, мразь, не дают мне пройти. О, заметьте, да? Если я купил один раз сердечко, мы больше купить не можем. Я не знал, я думал, бесконечно. Ну, не бесконечно, что можно много купить. Ну, чтобы не терять алмаз, давайте купим это говно. Я не знаю, зачем он нужен. А, смотрите, мы покупаем итемы, которые могут появиться в сундуках, видите? То есть, если мы их не купим, они в игре в сундуках не появятся. А если мы покупаем, есть шанс, что они появятся. Все правильно, да, я вспомнил. То есть, мы, например, покупаем оружие, броню, мы не будем ходить в этой оружии и броне. Она только может появиться в сундуках.
О, я забыл, извиняюсь. У меня маленький меч. Fireball. Рано. Факел, видите, увеличивает обзор, это хорошо, чтобы искать тайники. Видите, когда он так бежит, да, он бежит по прямой всегда. То есть, когда он загинается, начинает разбег, он бежит по прямой, пока не врежется. Надо привыкнуть, мне немного не попадаю. О, смотрите. Ха-ха, уматно. У меня яблока нет, у меня есть бомба. У меня есть бабло. Не знаю, зачем это нужно, но ладно. Так, Ring of Gold. Кольцо, что-то деньги. Золото. О, а может сюда бомбу поставить? Так. А может не надо? Видите, есть некоторые юниты, которые ходят через две клетки, да? То есть, нет, которые пропускают ход и ходят там через раз. Например, зомби. Эти тоже ходят через раз. А вот эти постоянно ходят, видите, желтые постоянно. Оп, оп.
я не успел дойти одну клеточку. Так, сейчас, секунду. Офигенно, мне очень нравится. Вы самое главное, расслабьтесь и слушайте музыку. Все, все, что от вас требуется. Во, уматная вещь, видите, за 35, да? Она находит секреты. Не просто как факел, область, а уже секреты находит. Вы видите, да, появилась? Вон они, секреты. А вот теперь я взял броню, видите, она одета на мне, броня. Хотя я не знаю, есть ли толк от этой брони. А это тяжело убивать серых, да? Ой, ни разу не видел такой обезьян. А, отвали от меня, дрянь. Вот этих тяжело убивать серых. Ах, косяк, косяк. Я сейчас дохну. О, еще и говно бежит большое. Ну да, да, убьют. Вон, а тварь бежит. Да ладно, здесь не было шансов. Но все равно далеко дошли, молодцы. Go, let's go. Так, нет. Три алмаза. Три алмаза. Все, let's go. Видите, мы покупаем, у меня ничего не прибавляется, потому что это будет только выпадать сундуков. О! Так, и что это? Наверное, разрывать надо? Так, вниз и влево. А, нет. Фу, я хотя бы успел отойти. Блин, ну я же нажимаю. Ёлки-палки, не получается. О! Кстати, вот на этой фигнюшке нельзя наступать, потому что они просто ранят, и все. Что такое? Так, вниз. Просто деньги дала. О, алмаз. Во, прикольно. Блин, а. Ненавижу тебя я. А, нет. Да как же так? Надо сверху быть его. Все, все, мне жопа. А-а-а, ненавижу тебя. Тварь, чтоб ты усралась, чмо. Какой он геморройный, господи Иисусе. О, офигенная игра. Ладно, гоу еще пару раз играем. И на этот момент хватит. Так, у меня есть два. Там можно все подряд поскупать, да и все. О, видите, новые вещи появляются.
Блин, тяжело дракона убивать, очень тяжело, наверное, самый тяжелый из всех. О, да, опять посох, отлично. Так, кольцо на бабло. Матерь боже, как же ты меня достала, тварь, а? Ну, сейчас можно убить его. Да. Я говорю, убивать его нужно только сверху. Здесь что-то есть. Во. Сыр. Наверное, хилит. Сейчас все, провалимся. Я прошел свою миссию, кстати, уже. Всю локацию обошел. А, зря купил. Проваливайся, говно! Провалимся, когда заканчивается музыка. Это опять, наверное, это жопа, да? Где меня убьют. А, нет. Здесь мы можем покупать итемы, как я понял. А что это было? А, я улучшил, да? За деньги улучшаю. А я не знал, матно. То есть я улучшил. О, я что-то подобрал, смотрите, я подобрал эту фигню, ништяк. Так. Вау! Пошел, друг. Фига я большой. Немного непривычно, ну ладно. А, меня убьют. Но броня меня спасает, кстати. О, смотрите, я даже могу увидеть, что находится в сундуках, да? То есть, видите, он показывает. Это благодаря моноклю, видите, который у меня хэд.
Офигенно, ну все, я теперь самый крутой. Нельзя просирать, конечно. Тихо, тихо. Let's go. Офигеть. А. О, ботинки. Давайте купим ботинки. Оружие я хочу другое. Я хотел бы какой-нибудь дальний бой. Офигенно. Ты-та-ты! Ты-та-ты! Так, это пройти не могу. Для этого мне нужна или бомба, да? Или нормальная лопата. Да господи, отвлекся, извиняюсь. Не, мне не нравится это оружие, непривычное, неудобное. Все, я покушал, на всякий случай, чтобы меня не убили. Детка. На, чмо, сдохни. Ненавижу тебя, тварь тупая. А, у меня же монокль. Зачем я туда лезу? Монокль все показывает нам. Уходи, уходи. Ну, господи. Тупое оружие, ненавижу. Рот. Ладно, вы поняли, короче. Никогда не берите это оружие, такое говно. Ах, здесь можно, кстати, смотреть свой реплей. Как я умер, но мы не будем этого делать. Блин, так все шло хорошо. Ну да, за оружие, ну ничего страшного. Самое главное, играть в свое удовольствие. Оп, оп, ты, да, ты. Оп, оп, ты, да, ты. Все, мы взяли доспехи, они потом появятся. Ну все, всем спасибо за просмотр. Чуть позже я опять сниму. Великолепная игра. Всем пока.